Нихао! Добро пожаловать на урок китайского языка. Сегодня мы с вами научимся представляться на китайском языке, то есть говорить, как нас зовут, сколько нам лет. Начнем с вопроса, как спросить, как тебя зовут. Вопрос будет звучать так. Ни чао шама миньзе? Ни чао шама миньзе? Этот вопрос мы сейчас разберем подробнее. Ни нам известно, да? Это ты. То есть, как же тебя зовут? Поэтому мы говорим ни. Следующий. Чао. Чао. Это глагол звать. Не только звать по имени или по какому-то названию. Еще есть значение у этого слова, как звать в буквальном смысле. Эй, эй, иди сюда. Во, чао, ни. Я тебя зову. Ну и называться тоже. Как тебя зовут? Ни. Чао. Шанма. Шанма. Шанма само по себе очень полезное слово, потому что оно переводится как «что». Это вопросительное слово. Что? Шанма. Кстати, когда в разговоре вы что-то не поняли, и вам нужно уточнить, вы можете переспросить. Шанма? Шанма? Вот здесь как раз оно. Ни чао. Шама миндзе. Миндзе. Миндзе – существительное имя. Миндзе. Теперь собираем все вместе. Ни – тебя. Дяо – зовут. Шама миндзе. Каким именем? Что за имя? Да? Ты называешься каким именем? Ни – тяо. Шама миндзе. Ни чао шама миндзе. Отвечаем очень просто. Берем глагол чао. Подставляем вместо ни, во. Мы ведь про себя говорим. Меня зовут. Во. Чао. И свое имя. Во. Чао. Анита. Меня зовут Анита. Нина. А вас? Нина. А вас? Следующий вопрос, который интересует большинство собеседников, это сколько вам лет? Сколько вам лет? Ни туда. Ни туда. Разберем сейчас подробнее. Ни туда. Обращаю ваше внимание. Да, да. Немножечко смягчаем. Да, да. Ни туда. Как перевести отдельно эти слова? То отдельно переводится как много. Много. Та переводится как большой. И, кстати, если вы посмотрите на иероглиф слова большой, он похож на человека, который так расставляет руки и показывает. Вот так много, много. Вот такой большой. И значение у него, ну, соответственно, большой. Да. Дословно можно перевести как «насколько ты большой», «намного ты большой» или «нет». Ни туда. Этот вопрос задают взрослым в основном. Но еще есть отдельный вопрос про возраст для детей. Ни ди суэй. Ни ди суэй. Ни превращается во второй тон, потому что встречаются два третьих тона по правилу, мы помним. Ни ди суй. Ди отдельно переводится как сколько. Еще одно вопросительное слово. Сколько. Это касается не только возраста, а просто предметов. Например, сколько человек, сколько книжек. Везде будет использоваться слово ди. Суй, соответственно, переводится как год. Но не год в том смысле, что сейчас 2020, а год жизни. Вот. Один год. И суй. То есть дословно будет переводиться этот вопрос как «Сколько тебе годиков? Сколько тебе лет?» В основном этот вопрос чаще задают детям, поэтому взрослым лучше его не задавать. «Ни ти суэй» — так лучше не говорить. Просто «Ни то да». Самый универсальный вопрос. «Ни то да». Как же на него ответить? «Мне столько-то лет». Очень просто. Берем слово «я», добавляем к нему количество ваших лет —
и завершаем словом «суэй». «Суэй». «Мне столько-то лет». То есть вместо «ди» просто вставляем какое-то число, которое соответствует вашему возрасту. Как же на него ответить? «Мне столько-то лет». Очень просто. Берем слово «я», «во», добавляем количество лет, то есть определенное число. Числа мы проходили в уроке, вы его можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. И завершаем это словом «суэй». «Суэй». Да, соответственно, «мне столько-то лет». «Суэй». «Во». «Арши». «Суэй». «Мне 20 лет». Зная эту базовую фразу, мы теперь можем представить и кого-то другого. Например, чтобы спросить, сколько ему лет, просто вместо местоимения «ни» подставляем другое. «Он» — это «та», «та», «та» первым тоном переводится как «он», «она», «оно». Универсальное слово. «Та», «ту», «да». Сколько ему лет? И в ответ будет соответствующий. Та сан ши суэ. Ему 30 лет. Та сан ши суэ. Как вы видите, вопрос ни ди суэ нужно запомнить хотя бы для того, чтобы запомнить эту структуру. Ни ди суэ. Вместо ди просто подставляем число, и получается полноценный хороший ответ. Вот мы узнали имя, возраст. И следующий вопрос, как правило, касается национальности. Из какой вы страны? Кто вы по национальности? Откуда вы прибыли? Это тоже нужно уметь говорить, и нужно уметь услышать и распознать правильно этот вопрос. Звучит он так. Ни ши на го жен. Ни ши на го жен. Разберем его по частям подробнее. Ни ши на го жен. Ни ши на го жен. Здесь уже есть вам знакомые слова. Слово ни, жен, слово человек. Жен, жен. В этом слове обратите внимание на то, как произносится инициаль. Ж, ж. Она не совсем звучит так, как английская «р». Немножечко есть, конечно, сходство, но для того, чтобы произнести ее правильно, нужно язык повернуть назад, завернуть его так вот назад. «Ж, ж, ж, жен, жен». Как будто хотите произнести букву «ж», но с подвернутым языком. «Жен, жен». Следующее слово «ш». Перевести его можно как «быть», «являться». Тот, кто знает английский язык или изучает какой-то европейский язык, возможно, уже с этим знаком, так как слово «to be» склоняется и используется очень часто для того, чтобы составить элементарные фразы. Например, «я русский». Звучать это будет как «я являюсь русским». «Ты мужчина», «ты являешься мужчиной». И это для западных языков норма, но также это норма и для китайского языка. Следующее слово «на», «на» переводится как «откуда», «где», «куда». В общем, это вопросительное слово касается локации и местности. «Откуда», «где», «куда». «Го» — это слово «государство». «Го», «го» — вторым тоном. Ну и «жен» — «человек». Теперь собираем вместе. Ты являешься ниши. Какого государства человек? Ниши на гожен. Откуда ты? Еще раз, повторяйте за мной. Ниши на гожен. Ниши на гожен. Так как и в вопросе про возраст, ответ очень часто похож на сам вопрос. Просто мы вместо вопросительного слова подставляем ответное. Ни ши на го жен. Соответственно, вместо вопроса на го нужно всего лишь ставить название своей страны. Откуда вы? Например, из России. Россия по-китайски звучит как
Лос. 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 Звучит забавно, но все названия в китайском языке, названия стран, имена могут звучать достаточно забавно. Лос. Вот название страны. К нему добавляем слово человек. И получается национальность. Лос. Жен. Русский. Лос. Жен. То есть человек из России. Возьмем любую другую страну, например, Китай. Чунго. Чунго. Добавляем слово человек. Жен. И получается китаец. Чунго. Жен. Итак, вопрос. Из какой-то страны? Ниши. На. Го. Жен. Как же на него ответить? Прежде всего, как и в любом ответе, начинаем с местоимения во. Я. Да, мы же ведь говорим про себя. Во. Затем. Я являюсь 我是, 我是. Затем название страны вашей. Например, вы из России. Россия по-китайски. Лос. Лос. Заметьте. Звук. Более открытый, это не е, да, не е лос, а э лос. После названия страны добавляем слово человек, как в вопросе. Жен, жен. Приносим его в ответ. Жен. 我是俄罗斯人. Я являюсь человеком из России, я являюсь русским. Подробнее страны и национальности мы разберем в одном из следующих уроков. Ссылка появится в описании. Если у вас еще остались вопросы, задавайте их в комментариях, я на них обязательно отвечу. До новых встреч! Bye-bye!